и выдох. Поднимаем правую ногу высоко вверх, носок оттягиваем. Остаемся в этом положении 3 цикла дыхания. Держим. Подвернули таз, промежность подтянули. Переднее колено под углом 90 градусов и вытягиваем руки вверх. Поднимаем таз вверх. Фиксируем здесь вдох. Вытянуть переднюю поверхность левого бедра. Да, точно над пятками. И у нас образуется такой угол 90 градусов. Стопа, колено. И здесь тазом тянемся как можно ближе к полу. Подняли таз вверх. Плавно переходим на другую ногу. Выдох. Садимся. Колено как можно дальше от пола. Выдох. Подтянулись грудной клеткой к полу. Разворачиваем руки в стороны ладонями вниз. Вдох. Если можно идти глубже, уходим еще ниже. Выдох.